Вино дорожает. Сколько налогов на стражу уходит, а они таких вот в город пропускают. Мой муж – руководитель. Сейчас блевану со скуки. У нелюдя у него это от природы наклонность. Только у меня кафтаны по последней моде. Выглядит как нильфгаардский. Надо сходить к доктору. Славные бритвы! Хо-хо! Ну? Геральт Ривейн! Глянь, нет ли здесь этого говнюка? Трудно тебе тут будет сработать. Я шибко занят. В его доме. Тесак велел искать тщательно. Вот мы. Падаль сжечь, не то крысы сбегутся. А как бы так нанять ведьмака, долги выбивать? Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Здесь нет ничего интересного. Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. А в шахте ведь как на войне. То тут что-нибудь ёбнет, то там пиздаёт. Конечно, сука. Пришел девственности белосил. Люди! Чародей там! Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Не шляйся тут! Рыба должна была быть свежей. Так, а это возвращаться что? Море, если свежая там рыба. Эти пираты. Это свежая рыба? Нетерпимость и суеверия всегда были свойственны глупцам.
Отлично. Расовая гигиена в этом городе. Хамьё повсюду. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Ты имеешь что-то против Редани? Мои симпатии не играют здесь никакой роли. Ублюдок нарушил договор, и это измена. Неважно, с кем он снюхался. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темелец. Бывший командир славных синих полосок. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется. Должно быть, не одной голову вскрыть. Одни воры, девки-убийцы. Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Пропусти. Нет, поболтали мы неплохо, а теперь давай-ка кругом и шагом марш. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии.
Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт, бить черных. Вступил во вторую темерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы держали 3 дня, а потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но? Но Родовид оказался ничем не лучше Имгыра. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Я ищу ублюдка-младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Мы кровью заплатим за свободу. Ты и тут бывал, и там. Вот ты мне скажу. У них на Новиграде правда такая мода, что панмур. Шевелись, плотва. Человек, с которым мы должны встретиться. Иди, откуда пришел. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Кто у тебя связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Пойдем. Что-то здесь не то. Посмотрим. Шах и мат. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Это упражнение на гибкость ума?
Нет. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Король видит шахматную доску иначе. Злейшие враги окружают его. Собственные пешки могут запереть короля в западне. А тогда шах и смерть. Шахматы, ведьмак. Это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь понимаешь? Нет, все еще не понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Редании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все. Идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь, я все расскажу. Хорошо, Роша, я подумаю. До встречи. Честь, пока я не потерял терпение. Может, да, может, нет. Может, иди ты на... Многое можно узнать, если есть в руках кусачки. Как тут возвращаться на объект там, где... Почему у вас такие странные глаза? К тебе тоже приходили люди ублюдка младшего взять плату за охрану? Слышал вчера вой. Что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Славный Геральт из Ривии, я полагаю. Девки-то входят. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика. Да, я вроде видел этих господ. Как их там, Ольгерд и Вик? Передавай им привет. Милый покойник!
Как вы, блядь, не научите? У тебя сегодня плохой день. Сын, если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Ее прибили к стене. Это еще что за вафел? Ах, нихера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Долго я тебя искал. Я пришел тебя убить. Я отдам все, что у меня есть.
Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я еще одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да, была такая. Помню. Теперь сосредоточься и говори правду. Знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать. Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти. Я очень злой и усталый. Мне пришлось убить очень много людей в городе. Некоторые из этих людей пытались меня обмануть. Мне это не нравилось. Чувствую еще одна ложь, и чаша моей горечи будет переполнена. И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть. Понял, почему тебе нельзя врать? Да. Вот и ладно. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Ну, признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого, их прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего, ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам Рацио, и сантиментами их не заглушить. У нас все обязательно получится. Выше голову. Последние слова многих великих людей. Ты узнал, где держат Дуду? В комнате на последнем этаже. В той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. Надо залезть на крышу. В комнате на последнем этаже, в той, что с балконом. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. А теперь, друг мой Дода... Я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хе-хе. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Задавлю! Нет! 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 Нет!
за око. Они идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку! Я говорю правду. Что с Дуду? Не знаю, твою мать! Пропал! Как в воду канул. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе! Скажи что-нибудь еще. Я сказал все, что знаю. Все! Ты обидел девушку, которую я ищу, и пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя, я уже получил свое. Пощади. Прошу! Я тебе скажу, в чем дело. Я ищу эту девушку. Она мне как дочь. Я просто не могу это так оставить. Нет!